Рассмотрим, как добавлять записи блога. У нас есть меню записи, все записи, и видим на данный момент опубликованных 4 записи. Когда будет черновик, тут еще будет вкладка черновик. Если что-то удалим, попадает в корзину, будет вкладка удаленная корзина. Мы можем через свойства быстро изменить то или иное свойство записи. Например, выбрать или отменить рубрику, изменить статус с черновика, изменить дату, заголовок, ярлык, это URL и так далее. Когда закончим, завершим, обновить. Изменить — это будет полное редактирование, и удалить. Нам надо добавить новую запись. Нажимаем. Также можно вот с быстрого топ-бара верхнего меню добавить запись. Заголовок. Тут мы пишем текст самой записи. Можно применять разные форматирования. Выделять заголовками текст, применять все доступное форматирование, вставлять ссылки и так далее. Добавить медиафайлы, изображения. И справа важный момент, мы выбираем рубрику. В какую рубрику мы выберем, на той странице нашего сайта оно, эта запись и отобразится. Также важный момент, устанавливаем изображение записи, это обложка. Сверху, когда кубиками идут записи, вот это именно эта обложка. Отрывок – это краткое описание, которое также мы видим сверху. Идет сверху заголовок. Сейчас посмотрим. Заголовок, картинка и коротенькое описание. Вот это как раз оно. Мы видим внизу, вот оно. Картинка, заголовок и краткое описание. Мы все добавили. Нажимаем, рубрику выбрали, картинку добавили. И нажимаем публиковать. На этом все, наша запись появилась в вебинарах. Видим вебинары. И наша новая запись.